Привет! Что касается данной рубрики. В момент, когда я выпускал первый выпуск, комментариев было много, лайков было на самом деле тоже достаточно, но YouTube почему-то не вывел ролик в рекомендации. Я теперь тоже на кота сижу смотрю. Ладно, в общем, я почекал ваши комментарии. Большинство из них было на самом деле невыполнимы. Также некий процент был просто без своего ID. Обязательно оставляйте ID, когда предлагаете свой челлендж именно в 2 на 5. Данная рубрика будет проходить в формате 2 на 5. То есть мы будем усложнять себе оружие или там снаряжение, условно говоря, может быть даже модули. Управление менять не будем, инверсию мышки ставить и прочее не будем, поэтому давайте с этим полегче, охладите свое трахание. В общем, сегодня мы играем в 2 СВД с глушителями, вдвоем против пятерых. Если просрем с 3 попыток, то сделаем следующим образом. Эту 1000 кредитов я просто разыграю. А сейчас, пожалуйста, максимально серьезно отнеситесь к написанию комментария. Ну и что ж, устраивайся поудобнее. Блять, кот. Короче, приятного просмотра. Чуваки, на новой спецоперации Гидра можно прокачать аккаунт супер быстро и практически вообще не напрягаясь. А также за ее прохождение есть шанс получить одну из самых лучших пушек в игре. Новичкам сейчас это сделать намного проще. Перейдя по первой ссылке в описании, ты можешь прокрутить рулетку магма. Ну и прямо на этой же промо-странице можешь зарегистрировать аккаунт. Ну а дальше просто заходишь в игру, создаешь персонажа, пробегаешь быстренько обучение, и ты имеешь целый комплект магма-пушек на каждый из классов, а также не самую плохую броню. А вип-статус можешь получить, пройдя всякие тесты на официальном сайте игры. Ссылки на них я оставлю в описании. Ой, что такое желудь? Это достал 116 твой. Пошли на пацан сразу, не будем первый раз, давайте просто подерёмся за него. Так, я так понимаю, в моих ботинках сюда запрыгнуть нереально. О, нет, реально. Степан, я тебя прикрою, давай, в крайнем случае. Красава, я полагаю на тебя. Если меня убьют, это будет на твоей совести. Тебя убьют. Меня убили. О, смотри. Ну, сука, бери. Сейчас нахуй тут подсажу. Сдох. Куда летишь, нах? Фул хп, фул броня. Как живой! Это кто это? Ну сука, не живой! Она раком висела. У меня просто башкой за зубами зацепилась. Ну это у меня она висела вверх ногами, и ноги туда были наклонены. Где мой насвар? Куда вы бежите? Я не понимаю. Зачем они? Они на победу играют? Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот этот соперник вообще-то серьезный. Тушите свет! Серьезно! На, серьезно! Да, да, не верил! Тебя с центра запутал, чувак. Еще там. Да, он ушел один. У меня право пушит. Крысового убил. Нихуя себе! Стрела. Господи. Леночка ее. Леночка! А я не Леночка. Они, наверное, играют, знаешь, как по принципу. Да что не сидят? Пойдем их убьем. Двойку мне в ангаре. Ну, хэдшот. У тебя прям. Отлетел. Я знаю. Не, нихуя. Я не попал в голову. Все, последний уходит на центр. На центр, на дереве. На дереве. Ты думал. Это на двойка, я так понимаю. Понимаю. Не, это забей, это не возьмется такое. Такая хайка прифайерная просто. Хорош. Держал по голове. Ну что, ФК что ли? Нет, не АФК. А что он делает? У тебя так не получится. Чего? А что? Ладно. Зигу пушу. Он меня убил просто. Ну блин, со СВДшки перестреливать Крис, это вообще нереально. Восьмерки надо как-то убивать, потому что, ну блин, остальные не суппорт, не, вообще ничего не могут. Девятки. Идут на мусоре. 8-8. Нет, не убиваем, черт. Тебя. Пробил. Да иди ты в очко, ну не, он просто танкует, он, понимаешь, он просто бежит на лицо. Потому что я в него попал, микрохрест вообще был. Как его убивать? Он против Блэквудов вообще нереально. В прыжке в голову. А, блядь. Как ему просто вообще похеру на нашей СВДшке? Просто идет танкует Харри.
мелочи. Да пошел ты в очко. Вообще, вот даже еще и Грена не взорвал, то есть я два раза в него стрелял со СВД. Я взорвал его гранатой, а он не умирает. Горит жопа. У тебя просто душ идет. Адидас. Я вам гарю взял. Я не знаю, где. А, ну он Леночку будет рез. Леночка. Ты чё, дурак, блядь? Леночка, вы упали. Он ползет, крадется. Он сейчас с хлопушкой. No. Ну! Вот меня убил, все. Он резает просто Леночку. Как это в восьмерке убивать? У тебя есть идеи? Только что хедшот, малыш. А, ну только хедшот, если да. Овощ. Инфу, говорите, где он, алло! Как без инфы играть? Ты там соло? Да, а, как бы да. Центр не дай. На подсадке пришел. Секрет, секрет. Вот, сразу в голову, перед вас. Где я, даже не вижу. Хе-хе, бот. Смотри, сейчас выйдет танканет просто рожей. Ну, естественно, вот рожей просто танканет, и вообще ничего ему насрать. А-а-а! Злой нахуй. Униженный. Господи. Ты насчет его посмотри. Вон, Леночка. Анниматы, фу. Леночка. Леночка. Сережка. Начитался литературный. Я вообще не по-русски разговариваю. Че? Негоже так разговаривать. Сент-Алдамия было проще. Сент-Алдамия было проще, да. Согласен, писай. Держа! Это медик, который в этом гамма-сете? Не-не, пошли зели. Я пока в того стрелял, там синенький вышел. Но. Расстреляй. За что? Он даже не понимает, ну что. А я попасть не могу, как дебил. Ну убиваешь? Убил? Красава. Где-то здесь. У меня! А, да. Именно так нужно делать после того, как убиваешь со СВД. Дай мне палец. Тебе думал, в прошлый раз мало было, что ли? У меня душ. Спина у меня пропета. У меня зелье. На мне просто сидит. No. Nope. Я не знал, что тут этот столб есть! Ладно. Там пыш-йир взял авика. Пыш-йир! Когда двое, когда выходит? Не вижу. Так, пыш-йир! Мертв. Одного убил. Один в кулаке 90. Другой за пакетами. Иду. Пески у меня. Где убил? Хорош. Еще один тут же. Я убил. Он с один хп. Все, па, это непонятная штука. Ты убил сейчас в Армагеддоне? Да. Титаник. Nope. У тебя в респе, респе. Хорош. Хорош, держи. Пушка имба. Да, пушка имба. Согласен. 4 меда. Зачем они берут медов? Я одного не понятно. Чтобы перестреливаться со снайпера. Чтобы нам фрогов больше было. Куда ты там? Так, у меня один есть на двойке. Ну, они к тебе пойдут, скорее всего. Так, прими, бойте, прими его, бойте, я бойте, посмотрю бойте. Пробег дальше. Спина. Чё тут медик вообще потерянный, бомбу. Тупик, по-моему. Тупик взял. Да, вижу. Оба. Стреляешь обратно на зелень. И тот, и тот. Давай я тебе БК полезу. Не, спасибо, не надо. Бомба у тебя? Да. Понял. Я БК смотрю. БК. Оба БК. Они на корточках. Это было очень смешно. Они бы на картонах к краю подползли такие. Операция колбаса. Так, у меня на ремечке голубчик. Титаник залез. 20 единиц минимум. С парапетов, кстати. Трое. Так, ну у тебя трое, да? Да. А, Алик стоит. Он у тебя над тобой прям будет. Nope. Понимаю. Что? Он даже не понимает, что происходит. Поугай, говоришь? Ну тут ляг просто и все. Мне кажется, он не заметит. Смотри, не надо, не стой. Снайпер тим из Рэдди. Не стреляй. Я уже думал, он подумал, что это единицы уходит. Ушел. Че, он реально ушел на единицу? Enemy
таргет сейчас, короче, на The North. Ну, стой, стой, стой. Давай посмотрим, как он взорвется. А ну его нахуй. Таргет. Бля, это забей. Против таких можно что угодно записать, Стём. Хотя он меня убил, понимаешь? Ну, видимо, ты играешь хуже, чем он. Смотри, а если, типа, от СВДшки стоя и присядь, от бедра не меняется? Чё? Нет. Странно. То есть у него-то получше, а точно все от бедра. Таргет дефитит. Пошел нахуй! Привет. Я его убивать или нет? Ты не знаю, они слишком сладкие, но я его закоцал. Давай! Ага. Ты готов что? Сидеть до конца тут? До Господи, бесконечности? Это просто убийство моих нервов. Бомба установлена. Привет, ты сегодня. Ну это хоть въехал, что надо делать. Изи, изи, выполнили в принципе. Это было смешно очень против таких играть.